Депутат Московской областной думы Владимир Жук проинспектировал ход ремонтных работ на улице Южная в поселке Дрожжино. Местные жители уже не один год просили привести в порядок одну из главных улиц жилого комплекса Бутово Парк 2. И благодаря активному голосованию на портале Добродел ремонт автомобильной дороги идет полным ходом. На дороге заменили бортовой камень, просевшие люки и ливневые решетки. Сейчас рабочая бригада при помощи строительной техники обновляет асфальтобетонное покрытие площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. На данном этапе мы отфрезеровали половину дороги. Так как дорогу мы не закрываем, соответственно, мы работу ведем в два этапа. То есть первый этап мы правую сторону по ходу движения делаем. Как мы ее подготовим, уложим на нее асфальт, мы перейдем на левую сторону движения, для того, чтобы жители могли спокойно передвигаться. Ну, то есть мы, конечно же, просим прощения за эти неудобства определенные. Владимир Жук в ходе осмотра данного участка отметил, что работы организованы по всем правилам, не мешают местному населению и не препятствуют проезду транспорта, а завершены будут даже с некоторым опережением графика. До конца июня у нас все работы полностью в городском округе, а это почти 12 километров дорог, будут завершены и приняты в эксплуатацию, я надеюсь. Потому что, судя по тем темпам, которые сегодня мы увидели, и по качеству, ну, никаких таких опасений за проведение ремонтных работ у нас нет. В начале следующей недели все работы на улице Южная планируют завершить. Также в ближайшее время начнется ремонт дорожного покрытия на Белокаменном шоссе и в деревне Малое Видное.